Всем привет! Меня зовут Катерина Воронцова. Сейчас я покажу вам, как с помощью компании Faberlic можно выйти на доход от 40 тысяч рублей уже через 3-4 месяца работы, при этом просто покупая для себя продукцию ежедневного спроса, средства гигиены, товары для дома, средства бытовой химии, одежду, белье и так далее. У нас 16 направлений продукции и более 7 тысяч наименований на сайте, в каталоге более 1500. Компания существует 22 года, работает она в 42 странах мира, то есть люди в 42 странах мира могут приобретать продукцию для себя компании и также начинать свой бизнес. По сути, вы, не выходя из дома, не выезжая из своего города, можете реально начать международный бизнес, просто приобретая для себя продукцию и получая подарки. Например, на момент съемки видео. Для первого заказа достаточно суммы 1699 рублей, от этой суммы у вас скидка 20%, и со вторым заказом вы получаете подарок стоимостью 1445 рублей в каталоге, а вам он приходит за рубль, то есть вы заплатили 1500 и подарок получили на 1500. Далее можно точно так же приобретать продукцию, получать подарки еще в течение 9 каталогов. Здесь у нас продукция стоимостью 1800, вам она достается за 299 рублей и так далее. Каждый раз набор фиксированный, но в нем вы тоже можете выбрать интересующие вас товары из предоставленного. Итак, просто приобретаем для себя, делаем закупки со скидкой от 1500 до 2000 рублей и выходим на доход. Как? Смотрите, у нас есть определенные условные единицы, это баллы. 1 балл у нас в среднем равняется 110 баллов. 110 рублей. Почему в среднем? Потому что у нас есть низкобальная продукция, 1 балл 150 рублей. Это средства для дома, это одежда, аксессуары, это какие-то товары по суперакциям. И у нас есть высокобальная продукция, где 1 балл это 75 рублей, это парфюмерия, косметика, товары функционального питания. И в среднем заказ, да, бывает, содержит разные категории продукции и выходит где-то 110 рублей балл. Итак, первый каталог. Ну, предлагаем вам идти по стартовой программе, получать подарки, сделать минимальную закупку 1699 рублей, получить все необходимое, то, что вы и так получаете в магазинах. То есть ничего не меняем. Приобретаем ровно то же самое, что покупали в магазине, но по более выгодным ценам, более высокого качества и со 100% гарантией защиты от подделки. Мы приглашаем точно так же приобретать для себя продукцию и получать подарки еще 3 человек, тоже по 15 баллов. Итого, если мы сложим объем группы, товарооборот группы, у нас получается 60 баллов. Это на самом деле еще не маркетинг, не в маркетинг-плане, то есть даже не первая ступенька, поэтому мы идем дальше. Второй каталог. Вы снова идете по стартовой программе, получаете подарок, делаете закупку, там примерно на 1500-2000 рублей, но на втором шаге уже 2000 рублей. Здесь на самом деле может быть даже не 15 баллов, уже, а больше, то есть тоже в зависимости от категории товаров, которые вы приобретаете. И ваши новички, которых вы пригласили, включаются в наше обучение, соображают, что нужно делать, мы им помогаем найти еще также троих каждому. Человек, кто захочет получить подарки от компании, увидит качество продукции и захочет вместе с ней заработать от 40 тысяч рублей в течение 3-4 каталогов. Согласитесь, такое предложение на рынке не часто встречается, деньги сейчас нужны реально всем. И вы еще приглашаете дополнительно по 3 человека. За 3 недели это очень даже нормально, можно больше, меньше нельзя. Ну, на самом деле, меньше тоже можно, но просто сроки получатся другие. Здесь у нас получается 240 баллов. По факту это уже ступенька 6%, вторая ступенька. И если вы здесь выполняете 50 баллов, то компания вам начислит примерно 800-900 рублей на объемную скидку, которую вы можете оплатить следующие заказы. Следующий каталог, третий каталог по счету. Вы можете также делать 15 баллов, можете 50, но суть в том, что ваши новички, которых мы подключили к обучению командному, точно так же дуплицируют вас, выполняя вслед за вами ваши действия. Если не по 60 делали, здесь уже 240, так же, как и вы в предыдущем ступеньке.
Новички из прошлого каталога делают уже 60 баллов, тоже включившись в наше обучение. И узнав, как можно это сделать. И вы вновь приглашаете по 15 баллов новичков на подарки. Итого у нас получается 960 баллов. Это ступенька 9%. Но мы предлагаем здесь выполнить 55 баллов, да? 55. Почему? Потому что здесь именно 40 баллов не хватает до следующей ступеньки. Это 1000 баллов. И 12%, за которые при выполнении 50 баллов, это условие маркетинг-плана, выполнение 50 баллов для того, чтобы получить зарплату компании, вам вернет от вашего товарооборота группы 7200 рублей. Таким образом, следующий заказ вы можете оплатить уже этими деньгами. 65% дается на оплату заказа. И таким образом к оплате у вас останется всего лишь 1500-2000 рублей, а продукция у вас будет на 6000 рублей в среднем. Следующий каталог. И здесь уже без вариантов делаем 50 баллов. Ваши люди вас дублицируют и выполняют по 960 баллов. Это уже ваши лидеры, которые поняли, что надо делать, включились в процесс, пройдя обучение. Те, кто делали по 60 баллов, здесь делают уже 240. Новички прошлого каталога выходят на 60 баллов. И вы приглашаете еще трех новичков по 15 баллов. За 3 недели это очень реально, даже совмещая с основной работой. Итак, у нас здесь получается 3875 баллов. Это ступенька 23%. Это кандидат директора. По сути, для директора нужно всего 3000 баллов, у нас 3875. Для того, чтобы рассчитать объемную скидку, то есть зарплату, мы умножаем на 23%, умножаем на 60. Это стоимость балла при расчете объемной скидки, то есть когда мы закупаем продукцию, стоимость балла у нас вот такая. Когда рассчитываем зарплату, стоимость балла у нас 60 рублей. Итого получается 53475 рублей. Это на команду, на вашу структуру, деньги, которые вы заработали командой. Если вот эти люди, да, выйдут на 1000 баллов по желанию, ну, по идее, как не выйти, ведь тут уже выгодно это делать, то они тоже также получают доход 7200 рублей. Здесь будет оборот побольше, уже не 3875, да, то есть тут будет у них плюс 120 рублей. И они получают минус 7200, то есть на это 21600 рублей. Здесь будет немножко побольше доход, потому что здесь баллов больше. Но в целом это будет больше 30 тысяч рублей, так порядка 31-32 тысяч рублей, если здесь вычесть 31875 рублей в месяц. В перерасчете на месяц, у нас ведь каталог длится 3 недели всего, в месяц это 47 812 рублей 50 копеек. Вот, смотрите, за 4 каталога, просто приобретая для себя, вы организуете структуру, которая зарабатывает, и сами лично зарабатываете 47 812 рублей. Да? При этом что вы получили? Вы получили продукции, заплатив где-то в районе 11 тысяч. Так, тут 1500, тут по 2, тут в пределах 6 тысяч. Примерно 11500 вы заплатили продукцией. Продукцию купили за весь этот период. То, что вы и так приобретаете в магазинах. То есть не надо это рассматривать как вложение в бизнес. Вы несете же в магазин деньги, покупаете же шампунь. Вряд ли кто там всю зарплату откладывает. Все равно все несем зарплаты свои в магазины, так или иначе. Вы получили подарков в среднем на 4-5 тысяч рублей. 4-5 тысяч рублей это подарки, да, и вышли на доход, то есть за каталог получили 31 875 рублей.
Смотрите, ваша чистая прибыль, вы заплатили 11 500, а получили подарками вместе с зарплатой более 35 тысяч. Вот ваша выгода и возможности в компании действительно есть. Если мы распишем следующий каталог, то новички, идя по быстрому старту, только бонусами от компании, то есть при достижении звания, то здесь мы можем получить квалификационный бонус еще как дополнительную выплату 55 тысяч рублей. У новичков они удваиваются, то есть они дважды получают, выполнив вот эти условия в 9-каталожный период, то есть не 55, а 110 тысяч рублей. Итого, только бонусами, идя по этой схеме, можно получить около 1 000 000 рублей. Нужно просто брать эту схему и брать ее в реализацию, пройти наше обучение и сделать. Как это мы все распишем и расскажем. Если у вас остались какие-то вопросы, можете обращаться к тому, кто отправил вам это видео. Всем до новых встреч. Пока.